Всем привет! Сегодня мы снимем видео на корейском сервере. Здесь есть некоторые обновления, которые уже доступны, и которые будут в скором времени доступны у нас. Начнем с простенького. Это гонки или скачки. Скачки, да, по-моему. Если я правильно назвал, да. То есть у нас уже в описаниях, в распорядке дня они есть. 12 часов до 5, до 8, по-моему, вечера. Это скачки. Суть скачек в чем? Вот видите, вот зеленые. Есть сами скачки, где вы выставляете. Ну, немножко на корейском я не сильно усилен, но тем не менее, более-менее я разобрался. Значит, здесь вот несколько таких графиков, да, скажем так, зеленых. Там статистика есть общая, как я понял, за день. И последнее, если я не ошибаюсь, это ставки на этот забег. То есть в забеге участвуют всего 4 лошади. Каждый день они меняются, если я не ошибаюсь, тоже там по странам. Внизу вот есть, вы напротив каждой лошади, вы можете выставлять ставки. Вы можете выставить на одну там одну цифру, на другую другую, неважно. То есть вы можете хоть на всех поставить там определенные. Ставки делаются в золотом и в, видите, в тысячах. То есть 21 тысяча и тому подобное. 30 тысяч, ну вот, например, 30 тысяч я поставлю вот на третью лошадь. Видите, внизу написано 31 тысяча, это моя ставка. Вот, затем забег происходит. Забег происходит в 55 минут каждый час. Да, то есть получается 8 раз или 7 раз, 8 раз в день. То есть происходят скачки. Победа, естественно, золото, коэффициент зависит от того, сколько на какую лошадь поставили. То есть, к примеру, вот на эту лошадь, я так понимаю, коэффициент 3.1 сейчас. На первую лошадь 8.3 коэффициент, на вторую 8.2. В принципе, кто более-менее где-то сталкивался с скачками, то есть, или там какими-то ставками, должен понимать. Далее у нас есть вот подкова. Это общий рейтинг за день, я так понимаю. Вот за сегодня кто-то выиграл 2.4 миллиона золота. Первое место. И вот здесь тоже непонятно. Какой-то рейтинг. А, какая лошадь выиграла, наверное. Да, вот здесь вот какая лошадь выиграла. А вот как в котором часу, вчера, вот сегодня, какая лошадь выиграла. Далее у нас есть рейтинг с титулами. Титулы я, к сожалению, не смотрел, потому что нет времени, что дает титулы посмотреть. Вот есть два титула за первое место и за второе 10. Обновление, как я понимаю, каждый день в 12 ночи. То есть за ежедневные ставки. То есть, в принципе, если увлечься, то можно немножко золото поднимать. Ну, в принципе, не сильно, но немножко. Это первое. А второе, то, что золото нужно поднимать, и оно нам понадобится в очень больших количествах. Это стадии. В стадии, вот как обычно, вот были стадии, да. Дальше вот у нас были звезды стадии, да, которые мы прокачиваем. Вот эти вот бонусы звезды стадии. И добавили прокачку звезд стадии, я не знаю, как правильно сказать, вот эти вот маленькие звездочки каждого, если вот там первый был слона, да, вот, а это не слон, это овен, да, если я не ошибаюсь, потому что я ошибся немножко, значит, вот, можно прокачивать, прокачка идет за счет золота, золото, вот смотрите, 500 тысяч золота на одну прокачку, ну, у меня там сейчас 10 миллионов есть, мы сейчас проточим, посмотрим, сколько чего даст, плюс 30 за проточку, я думаю, это атака, то есть, и в зависимости от созвездия будут меняться бонусы, бонусы, то есть, я так понимаю, старые, которые были, просто они будут умножаться, давать больше эффект, например, сейчас попробуем проточить, вот, проточили, дальше смотрим. Ну, 500 тысяч каждая проточка. Сейчас доточим до 5 и перейдет на следующую звезду. Да, видите, вот. Это вот звезда первая у нас уже проточная. Здесь плюс 10, даже не знаю, что там. В принципе. Да, вот, короче, в общем, нам нужно очень много золота для того, чтобы прокачать. А вот нижняя кнопка может прокачать сразу. А, нижняя это авто. Да, вот, нижняя это авто. В принципе, очень нужно много золота, как минимум, вот смотрите, 2,5 миллиона на каждую звезду здесь, это по 5 звезд, возможно, со следующего созвездия это будет больше, но 2,5 миллиона, если каждая звезда будет стоить 2,5 миллиона, то это, в принципе, уже недостаточно золота, в принципе, 2,5 миллиона, это не так уж и много.
Вот. И увеличивает бонусы наших звезд. Соответственно, вот они уже, видите, у меня там фиолетовые. То есть те, которые прокачаны. До 5 каждая. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 звезд. В принципе, это 60. Ну, это немного. В принципе, 12 звезд, это сколько там получается? 30 миллионов на одно созвездие. Ну, я надеюсь, конечно, что будет повышаться количество золота со следующих созвездий, потому что если 30 миллионов на одно созвездие, там их всего где-то 12-20, то есть в полмиллиарда можно вложиться, это ерунда на самом деле для прокачки общего количества. Ну, в принципе, вот такие вот небольшие обновления, поэтому копите золото, оно вам еще понадобится. В скором времени ждем скачки, будет еще один путь для заработка золота, это, в принципе, неплохо, потому как, начиная на новых серверах, с золотом большая недостача. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, буду рад ответить. Всего доброго!